Экологическая акция «Таза Казахстан» будет продолжаться круглый год. Об этом сказал президент в своем послании правительству. И акимам он поручил выработать в обществе экокультуру и стремление к чистоте. Напомню, общенациональная акция стартовала этой весной. За несколько месяцев в ней приняли участие почти 3 миллиона казахстанцев. Какую работу они проделали, расскажем в следующем материале. Почти 3 миллиона человек. Столько казахстанцев приняли участие в масштабной экоакции, старт которой дал глава государства этой весной. Волонтеры, общественные деятели, госслужащие, жители регионов активно работали над благоустройством своих населенных пунктов. Проделана большая работа. Казахстанцы всех возрастов выходили на субботники, собирали мусор и сухостой. С марта по май было собрано больше 900 тысяч тонн мусора и высажено около 2,5 миллионов зеленых насаждений. Я рад, что принял участие в акции. В нашем регионе много исторических мест, и их надо сохранять, содержать в порядке. Здорово, что для нас провели экскурсию по степлагу. Мы узнали много нового об истории того периода, когда лагерь действовал. Для большей эффективности в стране запустили несколько онлайн-сервисов, куда казахстанцы могут обратиться с экологическими проблемами своих регионов. В Егов Мобайл функционирует платформа «Таза Казахстан». С момента запуска получено уже больше 1500 заявок. Работает также «Таза Казбот» в Телеграме. Я бы хотела, чтобы не просто резали ветки, а делали красивые фигуры. Хочется, чтобы наш Талдыкурган был чистым и зеленым городом. Благодаря этому чату мы можем решить много вопросов. Экопроект «Таза Казахстан» – это не просто субботник. Это способ установления в обществе новой культуры. Об этом сказал и президент в послании. По его словам, стремление к чистоте и порядку должны стать чертой национального характера, как гостеприимство и доброжелательность. «Таза Казахстан» – За качественное проведение акции «Таза Казахстан» в регионах непосредственно ответственны акимы, которые должны разъяснить людям ее огромную важность и правильно организовать работу. Главам регионов следует заниматься не только хозяйственными проблемами, но и постоянно уделять внимание вопросам общественной и культурно-духовной жизни. Нужно, чтобы каждый руководитель напрямую работал и выстраивал доверительный диалог с гражданами. Тогда и люди поддержат его начинания, внесут вклад в полезные для страны дела. Это и является показателем авторитета акимов. Президент отметил, что акция будет продолжаться круглый год. Новое экодвижение оценила и общественность. Вдохновившись проектом, творческие казахстанцы создают уникальные иллюстрации в каждом регионе. К примеру, в столице появился 40-метровый мурал. Сабина Габитова, 24 KZ.